Липовка. Началось лето. Несколько дней жары. Вода лила, вот. Появились грибы. Ну, вот такие маслятки интересные. Вон их сколько. Конечно. Чуть жара дала, они повылезли и тут же. Так, пойдем вот здесь посмотрим. Где у нас красноголовики, бабки? Видите, какие молоденькие, а уже. Ну вот этот хороший. Вот красноголовик стоит. Это правда коричневый такой, но это красноголовик такой. Так, посмотрим. Посмотрим. Конечно, маслята сухие уже. Реденько, конечно, но встречается. Разные разности. Маслят, конечно, больше на гребешке. На стенке, которая к солнцу. Ну, вот так вот тоже. Они старые уже. Подсохли. Раньше надо ходить. Запнулся. Ну, вот бабки. Этих много. Ну, вот так встречается иногда. Вот. Рыжик интересный. Рыжие. Рыжечки. Маленький червивый. Можно походить. Машина рядом. Так, посмотреть. Это вот карьер. Как не заснять. Все камнями занимаются. Смотрим грибок, масленок. Так, как больше встать-то. Вот это липовка. Карьер не главный, но интересный. А вот на том берегу, на противоположном конце карьера, там копсибирячка. На турмалины. Заваленная. Вон там.
Вот обвалилась. Бережок обвалился. Кто-то обвалилось, а кто-то тут сам специально, по-моему. Нечего тут искать, ничего не будет. Никаких самоцветов. Вот, интересно, впечатляет памятник этот.